Вчерашнее землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан. Вот, вы знаете, сильные толчки, которые были в Алматы, они ощущались также и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Казахстане. Так вот, Google через андроиды сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой вопрос резонный. Кто должен в критической ситуации позаботиться о нас? Билл Гейтс или, может быть, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Вот почему не срабатывают каналы связи?